татарин, я чеченец, я башкир, я всей страны народ, и мы все вместе русские. Поздравляю вас и всех граждан нашей страны, всех граждан России с этим праздником, который знаменует нашу общую сердечную преданность России, любовь к ней, сплоченность многонационального народа страны. И в годы испытаний, и при решении масштабных задач развития это всегда было одним из ключевых моментов нашего существования. Мир моей страны, самый лучший в мире, новый путь пройдет наше поколение. Чеченский народ – это граждане Российской Федерации. Мы скажем свое слово. Мы люди, мы граждане России, и мы хотим мира. Мы – это такая... Издавна наш край был образцом межнационального и межрелигиозного мира и согласия. Такое этнокультурное многообразие никогда не вызывало конфликтов или противоречий в нашем обществе. И мы никому не позволим посеять смуту. Всех вас объединяет одно – беззаветное служение Отечеству и упорность созидательно трудного пути нашего первого президента, героя России Ахмад Хаджи Кадырова. Мирным, созидательным трудом и ратным подвигом мы не раз доказывали, что являемся истинными патриотами и надежными защитниками России. Радует, что наши дела высоко ценят наши верховные главнокомандующие, президент страны Владимир Владимирович Путин. Я поздравляю всех с Днем народного единства и желаю всем счастья, благополучия и успехов. Это наше время, это русский мир, Россия! Да здравствует Россия! Несмотря на то, что страна наша сложная, она многоконфессиональная, многонациональная, но всегда у всех народов России, представителей разных религий и конфессий, всегда было и остается что-то общее. Это наша морально-нравственная основа и любовь к Отечеству. Но в разные времена, даже в самые сложные, находились такие люди, как вы, которые не жалели себя ради своей Родины и ради будущего нашего народа.